Жительница Кизляра стала жертвой интернет-мошенников. В дежурную часть отдела полиции обратилась 34-летняя горожанка. По словам девушки, в одной из соцсетей ей поступило сообщение от подруги с просьбой одолжить 15 тысяч рублей. Жительница Кизляра не заметила подвоха и перевела денежные средства на абонентский номер телефона, который ей прислала совсем не подруга. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.